Всем привет! Мы находимся в парке Румянцева, рядом с известным магазином МВ Групп. Это ребята, которые очень много интересного таскают в Москву, то есть практически все топовые бренды выставлены в этом магазине, и они делают такое мероприятие, как Toolfest. Проходит оно уже второй раз. Что здесь сегодня происходит, Женя? Ну, очень много интересных новинок представлено у именитых брендов. Дают реально клевые призы, то есть интересные конкурсы, и можно выиграть действительно стоящий инструмент. Так, ну что, поехали? Давай, Чека. Сколько секунд? Я не знаю, я видел, короче, таких ребят на Митексе просто. На Митексе, по-моему, не мама у них. Смотри, сам не это. Не убей. Я рожу, ты че? А что будет, если он сломает? Стремянку подарит. Ногами не наступать. Не, ногами не наступать, это не серьезно. Стремянка мне рука. Иди к папе, стремянка у нас дома. Я вот пришел, прям реально, за первые полчаса уже получил красную стремянку. Да, это было приятно. Иди к папе, стремянка у нас дома. Лёха, иди сюда, Лёха. Да, иди сюда. Слушай, давай еще одно начало. Сейчас, секундочку, да. Алексей представляет, скажем так, данную компанию, и хотелось бы мне задать такой вопрос. Что вы хотите добиться данным мероприятием? Вот вы второй раз уже его проводите. Блин, у меня сейчас начнется коммерческая... Ну просто скажи что-нибудь. Это такой вот... Мы, короче, если что, попили, да, то есть попили, не бойся. Да, я скажу, что это формат развлечения такое, да, для людей. Блин, я даже не знаю. Вот камера, я... да, чувак? Да. Камера хорошо, есть. Хорошо, смотри. После краткого инструктажа чувак начал говорить. Да. Так, мы проводим это масштабное мероприятие с целью того, чтобы люди могли прийти, пощупать инструмент, задать вопросы специалистам, да, посмотреть на мастер-классы и на демонстрации инструмента. Клёво. И мы пошли смотреть инструмент. Ну что, погнали. Она что, игра? 75,2. Я извиняюсь, а это что? Это инструмент новый для работы подрозетника. Да. То же самое, знаешь почему? Потому что перекусили под напряжение, дебил. Я охренел. А я просто... Я прихожу, нет, понял, и дырка в нем. А я 2,5... Подожди, он же меняется, да? Вот нет, если меняется. Два варианта комплектации, то есть барабане 3 сменных матрицы и 5, то есть максимум. Я как гвозди не умел бить, так и не умею. А мне и не надо уметь. Лучше, чем у меня получилось. И тут мы решили с Серым устроить батл на лобзика. Нож. Не знаю. Вот тебе. Следующий раз. Ты где? О, ну это мы уже видели.
Тренер по стремянкам не рукой. Пока одну только сломали. Что, ребят, второй не дает? Одну только сломали. Нелегко. Женечек сломал. Почему у тебя лопается, а у меня нет? Скажи. Тренер по стремянкам не рукой. Стремянка у нас дома. После чего был шашлык, и мы спокойненько счастливые поехали домой. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.